Недавно прошедший в Джанкое турнир по футболу среди юниоров принес керченской команде первое место. Также в соревнованиях приняли участие команды из Николаева, Херсона и Джанкойского района. Для керченской команды это было настоящее испытание, ведь каждая игра делала вклад в копилку их мастерства. Наши ребята первую игру тяжело провели, а потом, освоившись уже на этой площадке, остальных соперников обыграли более-менее уверенно. Потому что, хотя это был первый турнир в их жизни, который они выехали, без родителей, с одним тренером. По мере возможности руководство вывозит команду на соревнования, ведь проверить себя юные футболисты могут только в матче с соперником. В благодарность дети дарят заслуженную победу своему учителю. Тренировки проходят 4 раза в неделю, а с опытным тренером футболисты быстро набирают опыт. Сами ребята сияют улыбками, они уверены в своих силах и смело смотрят в будущее. В середине играю. А я защитник, левый. Как вы думаете, что должно быть присуще настоящему футболисту? Какие качества? Настоящий бутса. Ну, он должен хорошо играть. И всегда... Побеждать. Да. Его, чтобы забивать всегда. На зимних каникулах команда едет на соревнования в пансионат Киев. А после Нового года детям посчастливится отправиться в крупный город и достичь новых успехов.